Приветствую вас, сойти с ума, конечно же, от этого нельзя, если только у вас нет какой-то изначальной предрасположенности, вот, значит, сойти с ума нельзя. Что касается того, что вы описали, то, скорее всего, то, что вы покурили траву, ни в коем случае не определяет данный аспект. То есть аспект ваших симптомов. Но тут, скорее всего, дело совсем в другом, это нужно четко понимать. Вот, либо вы так, либо ваш организм так отреагировал на какой-то химический элемент, либо смесь, либо, скорее всего, были какие-то другие проблемы, ну, например, те проблемы, которые мотивировали вас, значит, попробовать траву, собственно говоря. Вот. А. То есть, ситуация такая, по большому счету. Вот. То есть, вам необходимо проанализировать, что непосредственно в первую очередь мотивировало вас на то, чтобы начать курить траву, в принципе, вот. Ну и не мешало бы обратиться к врачу, вот, поисследовать немножечко свое здоровье, не мешало бы заняться своим здоровьем в этом смысле. Вот, то есть вы говорите, что у вас панические атаки, дереализация. Вот, но вы же не врач, да, и, наверное, ставить себе такие диагнозы вы не в силах. Ну, вы не можете этого сделать. Вот. И, соответственно, мне кажется, здесь нужно отдать как бы решающее слово специалисту, вот, то есть врачу, и уже исходя из этого можно будет о чем-то говорить. Вот. С точки зрения психологии вы мысль поняли. Причина, скорее всего, заключается в том, что вы... причина та же, вот, причина та же, как бы, что и мотивировало вас на курение травы изначально, вот, вот так, такое, так можно прокомментировать ваш текст и ваш вопрос, я полагаю. Вот, значит, ну, на этом, наверное, все, что можно вам сказать. Значит, пока что. Если у вас, значит, остались дополнительные вопросы, значит, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, значит, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.